Саша, Саша. Скажите, пожалуйста. Да. Вот здесь вот можно сделать надпись? Пожалуйста. Что будем писать? А. В. Кузькину. А. В. Кузькину. От работников прокуратуры. От работников прокуратуры. Как? От работников прокуратуры. Ой, ты играешься ты, Саша. Посмотрите, пожалуйста, это небольшая поломка. Сейчас. Алло, да? Да, мастерская. Че? А Степан? А Степан Матвеевич нет? Нет. Ну, где-где? В отпуске он, вот где. Ну, что у вас? Прошу вас, посмотрите, тут небольшая поломочка, понимаете? Ну, у нас работы много, не могу я вас сейчас взять. Через месяц придите. Ну, через две недели. Отвертки нет у вас? Ну, отвертка. Ну, при чем тут отвертка-то? Да вот тут, понимаете, только открытие. Ну, что я вам, мастер какой, что ли, я не знаю, ну? Ну, минуточку. Степан Матвеевич! Степан Матвеевич! Да? Что делать будем? Ну и что? Ну как что? Слушай-ка, ты что делаешь? Да тут дружок один попросил кое-что. Придется отложить. Не могу, Степан Матвеевич. Задаток получил. Дело чести. Ну. Слушай-ка. Ха! Здравствуйте, Степан Матвеевич. Ну что, так и будем целый день здороваться? Ну, здравствуй, здравствуй. Что делаешь? Ну, вот у меня работа тоже срочная. Ага, срочная. Ну? Ха! А квитанция? Квитанция? Да нет у меня ее. Да вы что это, ребят? Озверели! Под монастырь меня хотите подвести, а? Вообще, короче, издаю приказ. Устный пока. Срочно отложить все халтуры и делать только вот это. Точка. Да. Наша страна занимает первое место в мире по запасам леса. Но лес, как известно, растет не только для красоты. Это и древесина для народного хозяйства. Река Чуна в Иркутской области. Созданные здесь леспромхозы из года в год выполняют план по заготовке древесины. Но почему-то лесорубам это не доставляет никакой радости. Мы говорим рабочим, нужно заготавливать как можно больше леса. Рабочие нам отвечают, зачем губить природу? Идите, берите на берегу сколько вам угодно. Действительно, все свободное пространство вокруг завалено срубленными деревьями. Штабеля леса лежат вдоль реки. Лесом забиты железнодорожные станции, сосновые родники. Заготовленный лес не успевают вывозить. Он гниет, а новая древесина все прибывает и прибывает. Как же получилось, что столь дефицитный материал оказался никому не нужен? Этот вопрос мы задали директору Баяндаевского леспромхоза, товарищу Мельнику. Запланировано было все хорошо. Мы заготавливали лес для Чунского деревообрабатывающего комбината, но в результате того, что он не был пущен в течение 10 лет, наше богатство, наш труд гниет на берегах Чуны. Заготовлено и не будет реализовано древесины в объеме 1 200 000 кубометров. Это говорит заместитель генерального директора объединения Чуна-Лес, товарищ Семенов. Было бы правильным прекратить рубить лес, а заняться уже заготовленной древесиной. Этим самым мы сохраним зеленое золото для будущих поколений. Срубленным лесом завалены все притоки реки Чуны. Воды здесь не видно. Сплошная древесина, которая так нужна народному хозяйству. А леспромхоз получает все новые и новые планы. И валит лес. В этом районе уже пропадает около 1,5 миллионов кубометров леса. Здесь не только гниют огромные запасы древесины. Здесь пропадает труд людей. Здесь гибнет наш лес. То, что происходит на реке Чуне, это преступление.
Нельзя так варварски относиться к народному добру. Мы полностью разделяем возмущение водителя лесовоза, героя социалистического труда товарища Баранова. И хотим напомнить Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности, что именно оно в первую очередь отвечает за положение дел на реке Чуне. Дорожки не выстриж, маленькие не ножки не спеша, только знай себе ты вередя. Топ-топ очень в неизвестность первые шаги, а в саду дорожка топлена, прямо к небу тянется она. Топ-топ, топ-топ. Очередной выпуск мультфильма «Ну, погоди». Заяц не виноват. Виноваты те, кто производит подобную обувь. Письма с жалобами на качество обуви приходят буквально пачками. Но самое удивительное, что на эту бракованную продукцию ухитрились поставить знак качества. По справке, которую дало фитилю Управление торговли промышленными товарами города Москвы, возврат обуви, не выдержавшей гарантийного срока носки, только за 9 месяцев 76 года составил почти 64 тысячи пар. В том числе по фабрике «Буревестник» более 17 тысяч. Ну, «Буревестник», ну, погоди!